Приветствую вас на канале Asmodee Play. Сегодня мы играем с моей дочерью Ксенией. Да понимаете уже. Да понимать. И у нас еще есть дракон. Ксения. Да, это наш дракон. Один из подписчиков задал мне вопрос, почему первое и второе видео у меня с красками проблема. Думал, что это мод. Отвечая на вопрос, нет, это не мод. Дело в том, что у меня установлено Windows 10. Как достать соседа? Идет на Windows 98, если не ошибаюсь. Vista 9, это Windows 2, максимум 3. Даже на 7, мне кажется, оно уже не пойдет. И чтобы переделать на оконный режим, чтобы она у вас пошла, надо переделать на оконный режим. Как это сделать, я покажу, наверное, скорее всего, в последнем видео. Вот, как это сделать. Но дело в том, что когда я устанавливал, у меня некоторые настройки были перенастроены. И видео у меня в красках получилось, отдало такой эффект. Поэтому у меня первые два видео именно в таком формате. Ну что ж, давайте не будем об этом. Как я сказал, это будет все в последнем видео, как достать соседа. Дракон, ты готов? Yes! По-английски я не бум-бум, честно сказать. Просто поддерживаю дочь. Итак, давайте. Маленькая... Хрюшка. Это вы? Наверное. У него, смотри, он там под пятачок торчит. Подожди. Сосед обзавелся новым питомцем. Очаровательная хрюшка, которую надо как следует откормить. Свинка сидит в клетке посреди коридора. Попугайчик Чили... О, уже на цыпочках надо будет ходить, заметь. Тоже проголодался и требует чипсов. После стольких забот сосед решил прикурнуть, то есть поспать. Скокота. Ну, Вуди решил внести свою нотку. И что ж, ты готова к проказам? Да. Пакостям. Ау! Блин, он скотчем прикрепил. Это кто? Как он? Дракоша Тоша, да? Так. Надо бы звук сделать. Подожди. Ты не слышишь? Ой, прошу прощения. Не слышно, потому что у меня наушники. Ой, я прям услышал, да? Я услышал. Я тебя услышал. Не надо тут. Подожди, где он? Он на третьем этаже, так. Берем эти шишечки, как мне еще назвать. Быстрее. Так, это у нас иголки. Иголки мы можем только вот сюда в кресло всадить, где он будет чипсы кушать. Хрюшку сейчас, подожди, хрюшку побалует. Нам надо 7 пакостей, смотри, сделать. Он ее курит. Ну, хорошенький человек. Хрюшку кормит. Блин, а попугай ничем не умер. Даже не семечками, ничего. Так, подожди, здесь мы ничего не делаем. Подожди. Так мы туда даже не залезаем, он это... Почему? Посмотри. Так, это попугай, попугай нас предал. Так, что мы берем? Острый соус. Блин,
еще не было такого. Так, посмотреть коробку с чипсами. Ага, чё там? Подожди, что-то в помойке есть. Коржа банан. Блин, блинский. Он идет свинку кормить. Подожди, он сейчас. Ну-ка, дай-ка он пройдет. Подожди, мы успели. Мы немножко опоздали. Чуть-чуть опоздали. Но тем не менее, видишь, компьютер посчитал, что мы успели. Успели, убежали. А как я должен прятаться здесь? Я что-то взял, подожди. Как тут спину? Подожди. Так. Фу. Зубы? Так. Смотри, какая хрюш. Он хрюшку идет кормить. Так, использовать кактус. Пока не надо ничего делать. Да. Но мы взяли ключ. От чего ключ? От соседа. Сейчас, подожди, он покормит хрюшку. А как он тебя? Использовать так, перчичные чипсы на чего-то можно использовать. Мы же должны же что-то напакостить. Да. Ага. А что мы туда положили, я не вспомнил. А чипсы? Не совсем понимаю, что мы сделали.
Осмотр, набор юный химик. Свинку будет кормить, подожди. А это что мы использовать? Нитроглицерин на... Ага, на чем-то надо использовать. Хорошо. Первую пакость мы какую-то сделали. А, мы банан подложили. Я вспомнил. Нет, не вспомнил, солнышко. Давай, свинку он завел, понимаешь ли. Попугайчику мы уже чипсы сделали большие. Да. Перс сейчас. А, куда? Тогда. Давай. Почти, почти успели. Так, он попугай, он поругался, пошел это за челюстями своими. Посмотреть на кровать. Так, посмотреть на стакан для вставной химсти. Вот сюда надо нам налить вот эту острую штуку, наверное. Так. Сейчас он поспит, да? А как с ним будет кормить? Ключ у нас от свинки. Ну ты видишь там плюшка. Сейчас, подожди. У нас на иголке лёг. Тебе надо было потихонечку прокрасться. Ничего же. Да, в этом... Когда ты сдерешься там... Немножко, да. Кстати, игрушки. Так, ладно, давай еще разок. Мне очень нравится вот такая вот. Давай еще разок. Ты готова, да? Да. Давай. Даже дракон готов. Дракон готов? Дракон? Да. Так. Хрюшка. Хрюшка, да. Ну, красивый план.
Красивенько. Красивенько. Туда, туда надо. Сейчас крылышко будет кормить. Так, теперь давай смотрим, он спускается вниз. Успел. Так близко было, да? Если бы у тебя клавиша случайно не сработала, тогда бы... Тогда бы, да, Ксюшенька. Так. Сейчас, подожди. Немножко не так. Сейчас он повешает шутит в клюшке. Мы с тобой. А мы у него заберем. Да, а мы заберем. Смотри, сейчас ляжет, а мы там иголки уже положили. Да. Сейчас обрадуется. Освобождаем клюшку. Она там кипнула. Она там кипнула. Тупой попугай. Давай еще разок. Я как вижу, у нас с тобой это видео затянется, солнышко мое. Наверное. Дракон, не переживай, мы справимся. Он еще огнем дышит, нет? Моя рука! Я просто вот эту штуку надо сказать. Так. Сейчас должны убрать ключи и напакостить еще. Потом мы не успеем. Да, подожди, сейчас он попугая покормит сначала. Или как? Сначала свинку покормить. Да, свинку кормить. Как ты видишь, там соска. Так. А-а.
Теперь. Я правда не знаю, куда мне карту с собой посылать. Надо подумать. Так. У нас с тобой. Так, две пакости, можно сказать, заготовлено уже практически. Сейчас он, подожди, сейчас он все будет первый сначала свинку сделал, выпустил. А второе, мы ему острый соус в зубные челюсти поставим. Но мы ему иголок уже наложили. Да. Сейчас, минутку. Блин, главное, мы пока успеваем. Почему он проснулся не так вовремя? Он не вовремя проснулся! Мы не виноваты! Не надо спешить. Не надо спешить. Давай не будем спешить. Давай. Ау! А-а-а! Ну я дракон! Я хотел быть воробушком, но я дракон! Ты как думаешь, вот, с какие еще капли, вот куда этот кактус можно будет? Хрюшки, да как он ничего не делает, хрюшка. А я не знаю куда. Готовимся. Идет свинку кормить. Так. Использовать, если потрясти, взорвется. Ну, я это уже давно читал. Давай, вешай. Нам не надо жадничать, надо все потихонечку, правильно? Надо не торопиться. Не торопимся, не торопимся. Так. Мы уходим, все. Уходим.
Дракон! Если вы еще раз спрашиваете за меня, я вас нафиг зажгу. На свечу. Вот скучно. Скотина такая. Да подожди, вода же животное, и можно, наверное? Так. А что там надо? А? Так. В смысле, а откуда у него появились еще крючки? Так, ну еще напакостили что-то. А? Мы там его взрывчатку подставили. Да для чего-то кактус нужен сделать. Так. Интересно. Сейчас он свинку, смотри, как будет. Острый. А, нет, не острый. Просто запутался. И сейчас бабахнет. Трах бабахи, нет его. Сейчас будет ему. Случайно нажал два раза, прошу прощения. Это монстр. Не для тебя. Не для меня? Домой. Хорошо. Так, давай. Сейчас, вот он проснулся. Сейчас. Он пойдет свинку кормить. Вот. Смотри. И нафига пешком идти? Ну, потому что, чтобы это... Свинка? Не пугаться.
свинки? От нее сама солнышко. Ну что, наверное? Сразу же побежали. Нет, нельзя, мне кажется, как просто в тапочки его засунуть. Наверное. Надо посмотреть. Так, попугая его сейчас покормит. Смотри, на иголке садится. Так, это у нас первая пакость. Так, подливаем соус его туда. Успели. Так, а куда ты хочешь положить? Да, это уже вопрос. Еще две пакости надо стянуть. Вот так вот. Тебе понравилось? Сейчас так, спать ложится. Сейчас как проснется ему будет. И... Там ей были драконы, они, наверное, съедали так же. Так же людей съедали. Ну-ка, давай. Ауч. Ау. Да, она у меня творческая личность, она делает драконов и кукол. И все сама. С одной стороны, это даже очень интересно. Творческая
Личность. Ну что ж, на 91%. Я думаю, что это неплохо. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте... Кстати, смотрите, на отлично прошли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся уже в следующем видео. Пока!